Здание ЦНИИ РТК построили в 1978 году. Центральный научно-исследовательский институт робототехники и кибернетики. Название это какое? Футуристичное. Башня с зубцами. Здание, которое в полной мере передает странность модернистской архитектуры. Ее подобие неким органическим или неорганическим формам. Восторг архитекторов перед тем, что они могут придавать зданиям разные формы. И нам это, с одной стороны, кажется немного комичным, потому что это слишком буквально сделано, слишком олиповато. И зачем делать такое здание? С другой стороны, это был важный шаг на пути архитектурного прогресса, потому что сейчас мы стали извлекать много полезного из того, что мы можем придавать зданию любую форму. Как манифест, это было глубокомысленно, несмотря на то, что выглядело наивно. Я практически слово в слово повторил то, что архитектурный критик Мария Элькина рассказала об этом здании на своем телеграм-канале.